пожалуйста. Так, рассказывайте еще раз, порадуйте мое сердце, что у вас бедро не болит. Нет, бедро, бедро у меня очень болело, когда я к вам первый раз пришла, второй, ну, на второй лучше, и это самое. Полтора месяца болел пах вот здесь вот. Ну, а это значит, я не могла встать на ноги и ходила вот так. Вот уже неделю я себя великолепно чувствую, довольная. Но это такой вот нюанс, что когда я посижу, ну, конечно, я не так бодренько встаю. А в общем-то, я довольна, оно меня не беспокоит, я двигаюсь. Но у меня же там еще там. Когда все. Вы были последний раз? Ну, вот полтора месяца назад. А что такое большой промежуток? Вам все рассказать? Ладно, это секретная информация. Да, это секретная информация. Так, снимать одеяние. Пусть Алла поснимает, а ты можешь присесть. Поэта, полюбуешься. Тебе надо тоже отдыхать, ты понимаешь? А ну, вот это вот, что вы скажете, ну, вот это вот. Да, лучше стало. Видели? А что, не видел. А позвонок у меня как был? Стал уже намного лучше? Да. Вот он, вот. Я же рукой достаю, вам показываю, вот он. Видите? Видите, если бы я помнил, что там было изначально. Вы поэтому видели нужно. Так, расстегивайте пуговицы. Видели видео, да? Так, что мы исправляем? Вот, я еще. Все равно что-то рихтуем. И вот, я вот на вот эту ногу, я не могу выпады делать. Она меня беспокоит. Скажите конкретно, как беспокоит, чтобы мне ну понять. Ну вот, если я выпад на эту ногу могу сделать вот так, то на вот эту, вот, она у меня вот так вот ходит. Я уже не могу. Устойчивость имеет. А ну ляжьте, сейчас глянем. Вот этими поддушными. Правая, да, лапка? Да, правая. А вообще, вы сказали, полностью надо рисовать. Потом что соли. Потерпеть. Готовы? Угу. Или нет? Да. Как-то вы не уверены, это сказали. Все уверены. Вот, тихо. Сейчас мы с лапкой порешаем, потом ему остальное. А ну-ка встаньте полностью, только не прыгайте. На ту или на эту? На эту будет проще. Сейчас где было больно? Ну, вот здесь вот какая-то. А ну-ка выпады сделайте. Только застегните. Это бриджи, понятно? Понятно. Ага, хорошо. Если я на вот эту ногу могу делать выпад, вот. О! И на эту могу уже. О! Класс! О! Видите? Это сколько мне надо было к вам ездить? То есть объясняю, как работает. Видите, я ногу не дергал, не крутил, не вертел, не массажировал, не разминал. Позвонки выставляем, нервы отпускает. Нужно знать, какой позвонок вышел. Ой, простите. Ой, подождите, я ж не расслаблю. Какой позвонок вышел и когда его надо поставить? И почему он вышел, понятно? Вот. Вот так это происходит. Ну... О, это... Да нет, это долгая история, ты чё? Это ни одного... Так, ложитесь обратно. Нам надо ремонтом заниматься. Да чё вы их спускаете, я потом спущу их. Нет, я поднимаю, чтобы ногу поднять. А, так, чуть выше поднимитесь. Так, дальше, с ногой всё. Дальше что? Руки не имеют. Руки не имеют. Постоянно? Ну, вот когда я лежу, читаю книгу. А какую книгу вы читаете? Какую книгу читаете? Рассказывайте. Быстро говорите название. Любовный роман, наверное, да? Скарлетт, да, читаете? Нет. Скарлетт читает, понятно?
Вот, вот это. Все, все, не крутите. Что с ним? А что с ним? Его. Ух ты, блин. Ну, так там же все серьезно. О, тут тушите свет. Да. Позвонки вот так вот. Это. Вот. И я ж вот это ж... Выключай свет. Все, включай. Терпимо. А я говорю Алле Сергеевне, чтобы она почаще была. Она нас бросила еще и плевать на нас. Я говорю, то уехала. Да просто ей плевать уже, все. Она вот побыла, позаписывала, и все. И быстро исчезла. И все равно на нас. Так, тихо. Значит, насчет не менее. У нас вот здесь ситуация очень необычная. Позвонки я даже никогда таких не видел, честно говоря. Вот. За 40 лет практики. Сколько вам тогда лет? Ну, не суть важно. Да, это с разных жизней рассказываю. А, значит, мы сейчас позвонки, что можно подвигаем, но вот именно их в идеал невозможно. Что кроме рук у вас еще есть, что вы хотите исправить? Ну все, пока мы вот это вот. Единственное, что вот это вот было. Руку, голову другую. В прошлый раз вы мне сделали шею, что там вот. Угу. Нормально или нет? Нет, я сережки смотрел. Потому что я утром поднимаюсь буквой выше. Смотрите, вот так вот идет спина, вот так идет, вот так. Тут вообще вот такие вот бугры. Это у нас аномалия, понятно? Инопланетная у нас такое не было. Так, вы меня не пугаете. Вдох-выдох. Перезвоните через полгода. Спасибо, что снимаешь. Так это я понимаю, тебе плевать на нас уже. Вы мне рассказывайте, что там у меня спросили. Я говорю, Алле Сергеевне на нас плевать. Понимаете? А-а-а. Вот. Как у нас еще шмастер? Да, но... Со спиной здесь... Что у вас сейчас происходит? Смотрите, вот это вот искривление, что идет великой силой. Вот здесь тоже есть искривление? Ха! Тут полным-полно. Конечно. И что, они не исправятся? Исправятся на следующей жизни. Ага. Вот. Ну как, нет, я их позвонки... Это называется «Я навеки ваша, Ваня», да? Это, тише, послушайте меня, пожалуйста, ага. Я мысль донесу. А то я не могу... Вы рассказываете, рассказываете, рассказываете. Ага. Надо чуть-чуть дать паузу, чтобы я мысль рассказал. Ага. Позвонки я смогу ровно поставить. Сколиоз, вот это смещение, никому в жизни не исправить. Ага. Даже в Тибете. Понятно? Mm-hmm. Вот. Естественно, мы тут все повыбираем, что можно, но вот эти вот тут очень интересные ситуации у нас. Ну, сейчас мы разбиваем соли, да? Не. И расстояние между людьми. Да, правильно. Потерпеть. Ой-ой-ой, это круто. Ну, читает у нас пациентка любовные романы, не признается про это, понятно? Это да. А что делать? Ну да, правильно, что делать? Да ладно. А был сериал «Коломбо», не видели вы, детективный? Видела. Вообще шикарный. Угу. Значит, там получается простой такой детектив, там этот рваный у него плащ, собачка. Вот такой он, по дурачка все. Mm-hmm. Вот такие вещи умные решают. А все вот на его дурость, они типа, ну, не брали его всерьез. Mm-hmm. Не воспринимали. Вот. И все, он потом распутал всякие эти моменты. Потерпеть. Сейчас будет вакуумный удар. Mm-hmm.
Так, руки ложите под голову. Носки какие красивые у пациентки, радостные. Ну, видели? У меня вертолет такого же цвета, видели? А я как посмотрю на видео, грязными ногами заходит. Там носки уже не под... Да, вот рыбки, медузы, глянь. Ну, хорошо, он сейчас находишь, он без носков запылиться может. А так к вам пришло, вам приятно и мне хорошо. Мне нравится, когда веселые всякие. Вот. Так что, пациенты, будьте чистенькими, аккуратными, да. Не опаздывайте. Да, это точно. Я говорю еще раз, 96% у нас очень хороших пациентов. 96% они пунктуальные, они делают рекомендации. Остальные 4, это, конечно, тяжко. Вот я ваши рекомендации все выполняю. Я вам верю. Только вы редко бываете. Нет, не терпеть. А мне кажется, вы своих пациентов уже постоянных очень хорошо даже помните. Я вспоминаю, помню или не помню. Ну вот смотрите, Алла Сергеевна, я помню. Она была. Она что, в день? Да. Да. Ну. Понимаете, очень часто мозг перегружается, поэтому я, бывает, могу забыть что-то. Ну, я тут же у нас люди лежат голые, а там они одеты, я выхожу, я их уже не узнаю. Вот. Поэтому... Работа у вас тяжелая, я вам скажу. Тяжелая, да? Тяжелая, конечно. И морально, и физически. И психологически. О, психологически, это точно. Нет. Здрасте. На сколько мы? Один человек. Да, да, на 12. Так, руки вниз. Так, на бок ко мне лицом. Руку под голову. На другой бок. Нет, ляжьте нормально на бок, нормально, я потом это выставлю, да. Думаю, как на пляже же. Здравствуйте. Вдох-выдох. На спинку. Голова не кружится? Нет. Лежать. Хочет удирать уже. Да. Что такое? Будем. Мы должны подготовить почву. Так, сейчас будем дергать.
Расслабить лапку. Угу. Зубки вместе. Расслабить. Еще. Все нормально? Вы рады? Очень даже. Правильно. Я серьезно говорю. Я знаю. Вы же можете выпады делать, я бы тоже радовался. Да хватит там трогать, лежите смирно. Там все на месте. Отпустить. На край присаживайтесь. Сюда лапки скидывайте. Голова не кружится? Ну хорошо, руку за голову. Теперь это. Хватит это самое. Опереться. Сидите смирно. То там потрогай, то там. Надо это, мышцы не напрягать. А то я сбиваюсь. Крутите головой по большому кругу. Потом другой, быстрей. Хорошо. Ну как? Отлично. Голова не кружится? Пока нет. Выпады можно сделать? Сейчас мы проверим, будете выпады делать. Вставайте, не прыгайте. Иди вперед. Мне так понравилось, что я могу выпадать. Ко мне лицом. Застегивайте бриджи. Сейчас мы выпады проверим, но два дня ничего не делайте. Мышцы пусть восстановятся. Я даже здесь восстановлюсь, немножко переночую. А, прямо здесь, на диване? Нет, родственникам здесь. В Таганрог еще буду сейчас ехать. Там... Лапки шире. Не отвлекайтесь. До одной тянитесь, этой лапки. До рыбки тянитесь. До другой рыбки. Посередине тянитесь. Поднимайтесь. У вас спортсменка, понятно? Не крутитесь. Делайте, что я прошу. Резко с головой. Раз. И в другую. Еще раз, туда-сюда, быстро. И другую. Так, стоп. 10 раз приседания, не торопясь. Спортсменки у нас, понятно? А вас мы не сможем принять, вы ж не записаны. Вдвоем? Нет, я с ним просто. А, он записан. Тогда вас не можем принять. Хорошо. Так, проверяем теперь. А ну делайте выпады. Ой, отлично. Можно расцеловать вас. Хорошо? Молодец, умница. Во благо, рады быть полезными. Слушайте, тут люди с этими костыли бросают и не это. А мы тут просто выпад сделали вы. Ну что тут? Довольны вы, да? Хорошо. Дай Бог здоровья. Рады? Хорошо. Да. Так, присядьте на минуточку. Надо еще нервную систему нам вернуть. Сюда. Два дня ничего не делать, хорошо? Ладно? Угу. Ну, дай Бог здоровья, можно одеваться.